Та я й Ну, мы готовимся к игре по плану, который заранее составили, поэтому никаких изменений нет, все хорошо чувствуют, все прибыли вовремя, поэтому все нормально. Исходя из того, что игра закончилась 2-2, значит, в атаке мы сыграли все равно более-менее приемлемо, но мы пропустили два мяча, вот это неприемлемо, и больше работали над этим. У нас были определенные проблемы с плотностью при игре в обороне, ну, сейчас это учли, и в следующей игре с Бангладешем и с Иорданией уже такого не было, поэтому, в принципе, все нормально, готовимся. Все понимают, с одной стороны, что мы не вышли очень маленький шанс, что мы выйдем из группы, с одной стороны. С другой стороны, у нас задача попасть на Кубок Азии, и эти игры, они проходят в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии в данном случае, и это никак не менее важно. Поэтому и товарищеские игры у нас есть в этом году много, и с мотивацией здесь проблем нет. Уровень команды достаточно хороший, вот, и мы будем готовиться очень тщательно, разбирать игроков, команду в целом. В общем, готовиться по полной программе, никакого спуска себе не будем давать в этом плане. Как ребята двигаются, какая атмосфера в команде, я думаю, то, что мы дадим бой Таджикистану и, думаю, выиграем этот матч, потому как упустили здесь победу дома.